Дополнительные 40 коек для приема больных ковидом развернули в краевой больнице. Об этом на оперативном совещании с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым доложил министр здравоохранения. Андрей Кузьмин подчеркнул, что уровень заболеваемости в регионе остается высоким. Его рост продолжается уже 3 недели. Только за последние сутки список больных пополнили более 300 камчатцев. И суммарно у нас на сегодняшний момент составляет коечный фонд, который задействован в лечении коронавирусной инфекции, 546 коек. Из них на утро у нас было свободного коечного фонда всего 98 коек или 18%. Поэтому мы доразворачиваем коечный фонд. Если брать количество госпитализированных и выписанных, то пока соотношение также остается минусовым, то есть у нас количество госпитализированных больше, чем количество выписанных, порядка на 40%.